Потом утром постучались к нам. Заходит старший лейтенант один и два солдата. Мне говорит, вы нам поможете. Через три дома здесь женщина русским языком не владеет, поэтому я хочу, чтобы вы помогли нам, перевели то, что мы будем говорить ей. Я говорю, с удовольствием. Я так налегке хотел одеться. Говорит, нет, у нее холодно. Вы одевайтесь, как обычно. Потеплее, у нее холодно, сказал лейтенант. Ну, я еще куфайку надел на себя. Пошли мы туда. Он сказал, что по приказу председателя Государственного комитета Сталина калмыки усиляются. Поэтому дается вам 2 часа на сбор, вещи брать с собой, то ли центнер, то ли, по-моему, так, я точно не скажу. Прихожу дома и говорю, Амха, я называл это, матерную мать, Амха, что-то старики разговаривают, и как еле дана, ага, все это надо, малаха лежат крыльца. Өзін салты сұмыт, құлға кеқімші өлдені. Отамыз, значит, өрісті аяғат разведняется уже 28 утра, 4 часа утра, уже окошко уже стучит. Открой дверь, открой дверь. Оказывается, они, вот эти солдаты, на том же ночь, 27 вечера, оказывается, они уже оружием стояли в каждом дворе. Ну, открыли, бабка моя такая, ой, точно, урсу, Виталия, как дана, наверное, теперь столько дана. Так чипай, все равно открывать надо, коров мешает, собака лает, люди плачут. Такая шум, ой, уже во время уже доить корову надо. Нас высылают, все люди. 15 минут дали срок убраться отсюда, что попало, взяли, но большинство все остались. Потом смотрим к вечеру всех хатонов в этот, всех привезли сюда на телеге. И, значит, вечером уже поздно, уже стал темнеть, ну, оказались такие юные солдаты, знаете, они в душе, ну, такие показались добродушные такие, ну, им жалко. Давайте, говорит, режьте, говорит, бычка, там, пёлку, говорит, режьте, давайте, говорит, вас далеко повезут, варите мясо, прямо и в этот мешки, сумку и повезете, говорит. И наши так и сделали. Все мы, пацаны, помню, воду таскали с Волги. Уже мерзло было, прорубь черпаем и таскаем воду. Там мыть же надо это все. И а старшие, которые... Ну, мужчин там мало было, старики были, и старшие вот эти пацаны больше нас. Вот они резали этих. Много там вообще... И под костры кругом, этот Семен Блунги, площадь такой, на площади. Там таганок, везде от костры пошли. И котлы такие большие. И в них мясо заваривали. И всю ночь, до утра, до рассвета варили. А мать в пайке эти получать в Джикуевку, село Джикуевка Приволжского района. И там встречаются женщины русские, ее не пускают. Ты, говорит, не ходи. Ты, говорит, с детьми распрощаешься. Калмыков увозит. А куда увозит, куда-то увозит. Она, нет, я пойду. Потом казашка еще женщина встречается. Они начали плакать, ее просить. Ты хочешь своих детей сиротами оставить? Иди назад. И вот она вернулась туда на свою работу и рассказала, почему-то, говорит, калмыков увозит. Никто не знает. Вот на точке жили, никто не знает. Ну, значит, за нами приедут.
ждут, уже это самое, никого нет, никто не приезжает. А вот это вот дядя говорит, давайте собираться, а то нас за бандитов посчитают, скажут, вот в степи прячутся, ага, бандиты скажут, надо собираться. И пешком пошли с точки до сельского совета, до Джикуевки, пешком пошли все мы. Ага. Оттуда забрали в Астрахань, в Астрахани последний вагон, что ли, уходил. Мы, выходит, последним уехали. Немцы отступили, в 43-м году нас выслали. Ну, это привезли нас дивные, значит, я, мать и братишка, мы втроем были. Посадили поезд и доехали до станции Котельниково. Мать моя разродилась, отец был на фронте, а мать разродилась, не доезжая к станции Котельниково. Это недалеко, Ростовская область. Ну и вот нас, значит, саживают с вагона, меня и мою братишку, тогда было 7 лет. Ну, говорят, это соседний вагон, это санитарный вагон, туда высадим. Мы ничего не взяли. Так как в чем были одеты, в том и сошли с вагона. Мать это на носилке и в родильный дом, это станция Котельниково. Ну, там она разродилась, а мы бегаем там по коридору, два пацана. Манса звали, братишку мою. Потом выписали, а идти некуда. Война, разруха, станция Котельниково, это очень маленькая станция. Мы там дней 20, наверное, прожили на станции. Младенец умер, мы его так хоронить мы не смогли, положили у стены. А кушать нечего, голодаем. Народ вообще живет бедно после войны, все разрушено. Немцы отступили, все разломали, все сожгли. Ну и так вот, я не знаю, как это мы выжили. Я уже пропадал, мне уже нога опухла. Я уже не мог ботинки зашнуровать. Ну и вот, а там санитарка работала. Ну, молодая девушка, ей, наверное, 17-18, так было. Она принесла нам борщ. Кастрюлю борща и немножко денег. И вот я тогда настолько молодой организм быстро это восстанавливается. Я поел борща, и я уже мог расходить и двигаться. Ну и остальные, конечно, и мать, и братишка тоже поели, тоже они немножко взбодрились. Вот. А Мария Ивановна, начальник вокзала, не знает, что с нами делать. Пропадают люди. И вот она пишет акт. Актирует нас. И там, видимо, созвонились, узнали, где наш район попал. Это Тюменская область, Ишимский район. Ну и туда написали, составили акт. И вот она кое-как нас затолкала. Не хотят проводники принимать, потому что нет билета. Не оплачено. А вагон, солдаты едут. Вот среди солдат затолкали. Мы до Сталинграда доехали. Нас вытолкали, прям насильно вытолкали. Она ехала в поезде. На одной станции дети, 5-6 детей выбежали. Племянница ее была, старший сын, выбежали за кипятком. И, видать, не в тот вагон попали, или мальчик потом прибежал, потом уже в Сибирь нашелся. Нас за шкирняк закидывали, говорит, солдаты. И, видать, не в тот вагон. И попал он в детдом, этот мальчик. А девочки, племянница вообще потерялась его. У нее, у матери пацана искать некогда.
на это четырехмесячный еще мальчик был, там он. Мы же сироты, кто нас будет там на этот на лавках сажать? Мы попали на пол, и она поселила этот один тулуп большой, а другой два трупа тулупом нас закрыли. И благополучно мы не этот приехали, не этот не заморозились, ничего, все было. Ага. И она потом стали печку топить. Пока 2-3 дня вообще холодно было. Догадались, что печку топить. Ага. А там что, мужиков-то нет, одни женщины да малыши. Один старик был, и то это хромой. И все. А все остальные дети, женщины. Хорошо, что моя сестра, еще там кто-то из таких повзрослее, находили дрова, уголь. А когда останавливались и говорили, набирайте уголь, значит, где-то был уголь, они таскали. Ага, немножко кто может бегать и этот вид. И вот мы начали топить. Но с отоплением, кто проснется, подбросит уголь, и тепло было. Так дует ветер, вот, когда дверь открывается, вагоны, вообще весь холод на нас. Ага, потому что на полу лежишь. И вот так мы доехали. Как сказать, ехали 20 дней целых. Я помню, мать вспоминала, значит, в вагоне ехала бабушка, Петрушкина фамилия, они даже запомнили ее фамилию. У нее 4 сына были на фронте, они защищали родину, сражались за эту родину мать, а мать умерла по дороге в вагоне, да? Ее на очередной станции выкинули на снег, и неизвестно, где она, где кости и прочее. Я потом, впоследствии, уже став взрослым, думала, вот, наверное, дети, потомки, живы их, да? И они даже знать не знают, где их бабушка, прабабушка сгинула вот на этом пути депортации. Или, значит, вот ехал старик, и одинокий, но, видимо, тоже попал, приехал к родственникам в город и попал в эту как раз ситуацию депортации. И от голода его просто живьем съели паразиты, вши. И отец, мама с ужасом рассказывала, что когда его выкинули на снег, из тулупа во все стороны черная масса этих паразитов разбегалась. И мать это настолько была потрясена этой картиной, говорила, оказывается, когда человек голодный, даже эти паразиты могут его съесть заживо, что называется, да? Мы маленькие калмычата, дети, ну, как я помню, у нас было, наверное, там 5-6 таких вот, ну, 3, 5, 6, 7 лет. Вот. Мы иногда выбегали на улицу из этого амбара, игрались, и к нам подходили русские дети, вот, но не близко, потому что, видимо, взрослые их определенно, ну, то ли пугали, то ли из какой-то осторожности не допускали к нам близко. Вот. Они иногда нам подбрасывали еду с расстояния, кусок хлеба, кусок картошки или еще чего-то. А иногда даже натравливали собак. И мы убегали с плачем, с криком. А вообще надо сказать, что по приезду калмыков сибиряки были ранее, видимо, несколько, ну, то ли настроены, то ли подготовлены в том, что едут изменники родины, вот, неграмотные, ну, типа каких-то там туземцев, вот, людоедов. И вот такое было первое впечатление сибиряков о нас, калмыках. Вот. И они пугали детей, что мы можем съесть их и так далее. Вот. Потом, конечно же, наверное, через несколько месяцев, может, через полгода, через год, когда люди посмотрели, что это совсем не те, за кого их представляли или за кого они принимали нас, вот, стали уже как-то относиться
ну, более дружелюбнее, мягче, участливее к нашей вот такой вот бедной жизни. Собралась, вся деревня собралась смотреть, какие есть люди, что за люди от калмыки. Потому что слухи разные шли, людоеды они, понимают звериные и птичьи языки и так далее в таком плане. Ко мне в Сибири я не скажу, чтобы меня там физически. Единственное, когда мы приехали, местное население очень плохо относилось по первое время. И меня дети дразнили, значит, не брали в грудь, дразнили. Калмычка, калмычка. Для них это было, видимо, что-то такое, знаете, оскорбительное, страшное. На что я долго думая, говорю, ну хорошо, я калмычка, а вы кулачка, кулачка. Для них это было страшно, так сказать, ярлыком, потому что они во многом были дети раскулаченных родителей. И слово «кулак» для них это было, что называется, подобно наказанию, да? И они сразу замолкали. И взрослые, которые слышали мою перепалку, всегда смеялись. Говорят, это надо догадаться, говорят, как их осадить. Вы знаете, у меня вот у трехлетнего мальчика осталась вот какая-то память о том, где мы первые, ну, я не знаю, месяцы, наверное, или первый год жили. Короче, мы жили в амбаре. Это, видимо, бывший склад, зерносклад или что-то подобное этому. И, как я помню, хорошо помню, было крыльцо, три ступеньки. Вот. А с нами были еще примерно семей 10 калмыков. Вот. И нас расселили, ну, в частности, вот мы, где-то 5, наверное, 6 семей жили в этом амбаре. Ну, численностью каждой семьи может быть 3-5 человек. Вот. И очень хорошо мне помнится, как мы спали на соломе, вот, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Ну, конечно же, говорить об условии проживания, ну, особенно вот мне представляется, ну, может быть, очень смутно помнится, вот, всегда не хватало хлеба, пищи. Ну, жили мы, как говорится, бедно. Может быть, даже если говорить откровенно, в отдельных случаях доходило до нищенства. Вот. Было там и подаяние. Ну и местные жители, наверное, в какой-то мере сочувствовали, подкармливали нас, особенно детей. То хлеб давали, картошку давали, может быть, какие-то, не помню, другие виды пищи. Нас тогда одолевали вши, и вот эти вши надо было выбирать. Вот старики просили выбирать вши. Меня бесы. Снимает свою одежду, вот такую вот, дряхлую там рубаху, и, а там между швами, да, и вот эти швы, значит, эти блохи я беру, давлю. И вот эти всех блох я выбирала у этой вот бабушки и дедушки. Ну, за это они мне дали что-то, да, кусочек хлеба кто-то даст, ну, кусочек картошечки кто-то даст, да, может, ну, больше я не помню, сладости я не помню, чтобы я когда-нибудь кушала. Потом уже, вот картошечку или же что-то съестное, кусочек хлеба. Хлеб-то какой был, одно название, с отрубей сделанное, жмыха сделанное. В нашем институте учился Лиджи Исмаилович Манджи. Вы слышали такую фамилию, да? Это герой Советского Союза. Я-то учился на очном отделении института, а он на заочном учился. Просто у меня семья, два сына было, жена вот у него. И он сказал, вот, герой Советского Союза, который имел право в любой точке, как говорится, Советского Союза жить, а он жил, как говорится, ну, как мы все жили, все поднадзорные, так сказать. И он жил там, представляете, герой Советского Союза. Вот так мы жили, понимаете? Вот когда мы приехали, ну, а у нас даже, ну, ведь, ну, одевать нечего, кушать нечего. Вот такая бульгу вода, мил, сурха,
Теперь нам много дай, ничего нету. Ордера Тавша Бельха, я Кортова Карташина дает, литр простокваши пьет, простокваши и пьешь, два карташина положишь, другого ты зайдешь, обратно пляшешь. В общем, короче говоря, мои сверстники, мои годах люди все прошли голод, холод, все видели. Холода видел, голода видел, чего не ел. Человек, когда, оказывается, кушать захочет, все могут кушать. Такие падежи, да, короли обливает, сжигает, дура, до малын доктор мыт. А мика на околках, как лиса, как они уйдут, сразу на это. Такие были, не дай бог, я до сих пор. И к танкельням своим детям говорю, то, что я видел, то и мать видела. В моих годах люди все мы видели. Нашим внукам, нашим детям, не дай бог, пускай через волос пройдет это. Ингерат. Всегда я говорю. Почему ты никогда не говорил? Единственное, когда мы картошку ели, она говорит, о, мы сейчас картошку можем есть. Ну, это уже были 50-е годы. А приходилось, говорит, в первое время на помойке, так называли, не помойки. Снегу много в Сибири выпадало. Вырывали небольшое цилиндрическое такое, цилиндрическую ямку такую, круглую. Снег по краям ложили, как будто бордюры. И туда выливали все. Картофельные очистки, луковичная шелуха, все туда шло. И, говорит, приходилось луковичную шелуху, пока она не примерзла, если примерзла, то отдирать. Мы ее варили и ели. Такое тоже было, это особенно начало. Выживали как? В это время шли поезда. Солдаты Западного фронта, наша армия, перекидывали на восток с японцами воевать. Да? Перекидывали на восток. Шли поезда туда. И станция там, а конец вагона, шалон это длинный, а конец вагона, шалона прямо недалеко от нашего барака, конец. И вот мы шли по этим вагонам, пели, плясали. Чего я могла там петь, плясать, я даже не могу чего. Ну, гримасничала, наверное, ну не я одна, еще какие-то дети, да. Мы пели, плясали, милостыню просили, ты. Ходили, собирали еду какую-то, да, что-то выбросят там с этого, что-то чего-то кинут, что-то. Вот так выживали. Потом рядом с нами было ФЗУ. Раньше ПТУ сейчас, да, а раньше назывался ФЗУ. Фабричные, рабочие, заводские, вот эти училища, ФЗУшники. И там была столовая. И вот столовая, помои выливали. Помои вот так выливали, а там этих на помоях эти шкурки свеклы, картошки, там капустки, все это замерзало. Вот так куча, вот такая была горка льда помоев, и там застревали вот эти какие-то шкурки. И вот ковыряла я, да, и вот эти вот такая пища доставалась. А муж мой, но он был такой трудяга, никогда без дела не сидел. Он всегда, всю жизнь он работал. И вот когда мы кушаем за столом, где-то крошки хлеба остается, я начинаю собирать и хочу, ну, выкинуть там, ну, это, животного, да. А он говорит, ты что, не надо? Давай сюда. Он соберет вот так вот в руки. Или сам в рот положит, или же в чашку положит. Это ты что, в голодное время даже за такие крошки хлеба мы жизнь отдавали. Нельзя выкидывать хлеб, это грех. Никогда так не делай, он всегда так ругал. Да, конечно, ты же с матерью, с отцом жила, с родителем. Тебе это не понять, что такое голод. А вот испытаешь, как голод, тогда ты будешь ценить, цену хлеба знать будешь. Мама работала вот в Хакасии на шпалзаводе. Целый день она держала в руках лом, снимала кору с лиственниц, огромных бревен, ломом долбила, кору снимали. Или вагоны грузили, огромные бревна грузили. Вот. Мы с братом в обеденное время приходили к ней
Она с нами шла в столовую. Покупала порцию супа, порцию второго, хлеб. И вот этим мы питались. Я, брат и мама. Одной порцией. Если мы наедимся, что останется? Она доедала и шла на работу. Я-то русским языком там в то время владел еще лучше, чем эти русские. И математика у меня шла. И вот до Нового года мы с этими одноклассниками ругались, дрались. А после Нового года приду, дам им списать его, книгу, тетрадь свою кину. И вот тут в знак признательности, в знак благодарности, они мне уже хлебушек приносили там, местные что-то, кусочек сала. А то, что дома-то практически ничего нету, там это, лепешка спекут его к этому, на 5 человек разделишь. Не 5, а 7 человек. Это отец с матерью, вот считаю, и нас 5. Ну, еще яички мои тоже. Это на 8 человек, это его, считай, сковороду там, лепешки его. На 7 человек делить, это что-то. И вот я после Нового года, считай, стал уже себя кормить на этом, на знании русского, математики. Вот в одно лето, мне было всего 9 или 10 лет, в одно лето с утра до вечера я пасла чужих гусей за тарелочку каши. Вот гуси есть гуси, они все время плавали в ручейках. И вот однажды гусенок за что-то зацепился и погиб. Я очень испугалась. Вечером загнала свою гусиную стаю во двор хозяйки потихоньку и убежала домой. Но она следом за мной пришла к нам. Я заплакала. Думала, сейчас она меня будет ругать. Но женщина взяла меня за руки и сказала: «Девочка, запомни, этот гусенок не стоит того, чтобы из-за него плакать. Пойдем есть кашу». Моей матери было 12 лет. Вот, и первые же, через несколько дней, как выслали в Сибирь, ей было 12 лет, она пошла работать телятницей. Понимаете, 12-летний ребенок вынужден был пойти на работу, чтобы для того помочь своей матери, бабушке. Она болела, моей бабушке. Вот ей содержать своих младших сестру и братьев. Вот она мне рассказывала страшную историю, когда она там послала вот этот колхозный скот. А ноги были босиком, это уже была поздняя осень. Только она согревала, значит, подождала, пока вот корове, так сказать, помет. Лепешка там, да, корове. Она бежала и скорее засовывала свои ноги, чтобы согреться, то есть пока-то лепешки не остыли. Вот так, такая была ситуация и работа. Поэтому, когда она там пасла этих коров, телят и так далее, скот, загоняла, ей там давали там определенное молоко, там небольшое, кружка молока или как дело. Вот, и потом она несла эту, значит, домой и кормила свою больной матери своей, значит, и своим младшим братьям и сестрам. Она мне рассказывала, что поскольку не было освещать ничего, не было лампы, ни свечей, тогда еще не было, они делали такую лучинку какую-то. И вот она таскала домой, тогда таскала керосин, понимаете? То есть она, ну, грубо говоря, воровала керосин вот из лампы, такие летучие мышь, набирала его в рот, понимаете? Потому что, чтобы никто не заметил, она его брала в рот, керосин, и бегом бежал со всех ног домой, чтобы успеть, потому что приходил и выливал там в какую-то маленькую посуду, для того, чтобы в этот вечер коптилкой работала. Понимаете? То есть, представляете, что творилось мне в во рту,
вот такую жгучую жидкость, она вынуждена бежать для того, чтобы не пролить и не заглотнуть, для того, чтобы хоть какая-то источник света был в этом доме. Мать, когда еще только попала под высылку, она попала работать на какие-то соляные прииски. Они добывали соль. И она говорит, представишь себе, заходишь в это озеро соленое, и зачерпывали эту соль и грузили на вагонетки. Соль разъедала руки, соль разъедала ноги. Волосы все поправлялись, они все были в соли. Это был очень тяжелый, изнурительный труд. И однажды они с подружкой решили убежать. И они каким-то образом сели на какой-то проходящий поезд и убежали домой. Но она говорит, не успела я расчесать длинные свои косы, как зашел офицер НКВД и сказал, девочки, если не вернете, вы должны сейчас вернуться сами, иначе 8 лет тюрьмы. И ничего не осталось, как возвратиться вновь на эту изнурительную, страшную работу. И было, говорит, очень тяжело. Если люди просили себе жизнь, я всегда просила смерть, потому что мне было очень тяжело. Она, вот я помню, что она рассказывала, мы баржи грузили. Вот она говорит, я говорю, девочки, мне было 17 лет, и говорит, мне вот мешок. Вот я помню, говорит, мешок они таскали. Говорит, прогнешься под этим мешком, говорит. Это, ну и, видимо, в таком стрессе. И казалось, это нормально, потому что все так работали. И не от того, что она прям, ну, это было так. Мне даже мама рассказывала, когда-то она с обозом шла через тайгу, окружены каким-то сеном или какими-то продуктами, я не знаю. И путь был долгий через вот эту тайгу, да, дремучую. И у нее порвались сапоги, вот эти вот, а все нужно было двигаться. И потом она поняла, что уже при морозе, там сколько было градусов, 20 и более, минус, да, ниже нуля. И она поняла, что не может идти. Потом, значит, все-таки этот обоз завернул в какую-то деревню и заехали в какой-то первый попавшийся дом. Там была простая русская женщина по имени Люба. Вот она только запомнила это. И потом она потеряла сознание. И оказывается, она уже чуть ли не обморозила ноги, уже, видимо, первой или второй степени уже обмораживания. И вот эта русская женщина выходила ее. И потом эти вот, которые как бы руководители, вот эти коменданты или кто там за ними смотрел, всегда руководил, они говорили, быстрее собирайтесь, нужно доставить груз вовремя. А та женщина просто взяла, накричала, как она, говорит, с такими красными ногами, которые невозможно ни в одну обувь, вот, надеть обувь какой-то. И вот она отстояла как-то вот, те послушались ее, и мама где-то на 5 дней, вот как раз вот пока она, как бы, вот эта рана затянулась, да, обморожение как бы вот стало затягиваться нормальной кожей, здоровой, и тогда она могла портянки намотать, да, и она дала валенки там, ну, любую одежду теплую, прям с запасом, и вот благодаря ей она осталась жива, можно сказать, не лишилась ног. Вот просто вот они рассказывали, как много добрых людей встречались, да, вот они понимали всю участь нашу, наверное, да, нашего народа, и всячески помогали, кто едой, кто одеждой, кто-то чисто вот кровом теплым. Отец мой, Сергей Лизжевич Батнасунов, я горжусь своим отцом, особенно за то, что именно в условиях сибирской ссылки он на родине закончил 6 классов, знал русский язык, а там он закончил курсы комбайнеров и трактористов, и он там был за высокие показатели в работе, он был награжден медалью за трудовую доблесть. И отец мой всегда говорил, что вот эта награда детям, нам, что вот эта награда, она как звание Героя социалистического труда, потому что к нам, калмыкам, отношение было очень плохое. Но именно своим трудолюбием, тем, что знал русский язык, они за то время, которое там жили, они снискали к себе уважение. В 1954 году начался освоение сентябрьского плена в 1953 году. Да.
освоение земель хрущевской. В 64-м году как раз, в 54-м году начали как раз это многие съезжаться, строить уже целинные совхозы, колхозы там, да? В степи многие рассказывали все. А вот в 56-м году сразу дали богатый урожай, 1 000 000 000 пудов хлеба, это впервые. Да. А было рассчитано так, мы когда изучали материал, значит, 2 года урожайный год, 2 средних, 1 год, значит, неурожайный. Так как был программа. Не знаю, в наше время в газете было все расписано. Все. И вдруг, значит, в 56-м году, когда не все совхозы, колхозы были организованы на территории, а те, которые, значит, были построены, да, дали вдруг, через год дает такой богатый урожай. Туда всех так кинули. Модын көлкел гүл жабышқа худық малтығы. Худық малтығылаға тер үндің етіктен аучы, етіктен қалақ керіктен. Тер сауырық, қазақ сауырық, сарын қайды шықалым. Тер қазақ сауырық бей қайды гүлі, сарын қая-қая дер гүлі. Қазақ сауырық қая-қая. Үсінгін күрігі тер худық малтығы жоға деген. Мақы өкшені, бұжы өкшені, ғуыр өкшені, өдімгі өкшені мадында құтын төлі. Вот как. Вот тек жоғысында аяқ сұрған сұрғым. Текілі аяқ. Атер ецкен теге дақа теге көрділер жоға жоқ бұл от ецкен. Арына, арынасынасын ауын кеуілді, сұр ұтсын қаврасын ауын тегедін. Вот. Тер колхозыны хөйіне құдың малту, хөйіне қашарын өр теге ецкен. Бұдыңызған шоғылық тұрады. Одак бұдыңызген қол қалдыған ұрқылағы. Бұдыңызген қор-қорын текін қартықылағы тегедін. Дека дорсум ден канам ергуле да городен те канам малта досе. Те канам малтала висок чена, тосок чена, ендиго, юмек чена. Тюне тюле вот тигет, вот тига кудле жу будн тига юмкегат вот. Тогда же Свет и Мунго рано ложились, пока Мунтлан Толя келдет, те Толя снова, она ему не помню. Толя келдет гуля, пока спим, какие-то сказки, вот, загадки какие-то, вот, келдет гуля. Вот, еврян келер келдет гуля, сахан зол волхлаг обязательно. Я не знаю, каким-то макаром узнавали и говорили, ой, тересарды ты мёдерля зол волхом чинин, сахан волхом чинин. Ну, тоже нечко-то старались, нечко-то. Ойру-мойру ахладын гар нечкин борцкыгат сагынчанат отмечали. Ажыт көкшілден доудат. Мәрік домыран сақан, иван сақылдар, домыр хөна десер, кескіғат, иран сан сағалы. Асомын саған зулла, халмы, иран мана, праздник болған. Друг-друг. Я уходил даже не стягану, стягусь, тузат, я уже суванки, саванки, кедзюлезн. Стакагар, стакагар, дарат, куй-куй, негид-негид. Я говорю, овчка, кеши, стакадарат, дарат, хустыгари, ирягаргат, хустыгари, а, тохшу кедзюлезн, тохшу кедзюлезн. Кызынан юрят тегі обязательно. Особенно мне запомнилось, когда отмечали праздник Зулы зимой. Чем она там мне запомнилась, это малышам, моим ровесникам, что это в этот день они зажигали вот лампадки, а лампадки делали они из мучного теста вручную. И в этом, она типа такой маленькой это, пиалы, чашки, форма его. И там внутри они там делали это, соломенную такую палочку и наливали туда масло, а соломенную палочку обвязывали они там это, ваткой. И получалось такого рода, как у нас современно говорят, свеча. Ну, на натуральном масле. И оказывается, по обычаю, вот когда уже солнце зайдет, зайдет луна, в это время они
открывали дверь и рукой вот так вот произносили молитву. И был, оказывается, такой обычай, если кто в это время подойдет из ребятишек малых, то эта лампадка отдавалась. И мы, нам уже заранее говорили, что вот когда будут зул выносить эту лампадку, подходите к тому дому, и тогда вам это тесто достанется. А это тесто же, оно же на масле, это же вкуснятина такая. И потом мы это домой ходили, это была большая радость. Вот как, например, как у русских, вот на Пасху там, или кутю носят, там прочее. Что-то вроде этого было. Вот поэтому мне это, вот это запомнилось. А вот праздник Саган, даже у нас сейчас на родине так не делают, как там вот в Сибири вы. Ну там, видимо, делали так, как раньше, вот когда жили. Ну, так оно положено, видимо, на цаган. Вот эти одежду новую вывешивают, вот натягивали веревку, все из сундуков доставали, как бы проветривали, вывешивали все, как положено. Вот, заранее делали борцик и все, там каждому, вот, допустим, старшим, покрупнее борцики. И потом ходили друг к другу, менялись своими борциками. Вот такое было у нас. Отец, он хоть и коммунист, и был и этот, как педагог, в те времена, он, я так как потом уже понял, что он даже старался молиться там. Отец верил у нас, он как-то, да, тихоря, чтобы никто это не замечал, не видел, наверное, даже от нас стеснялся, молился. Это я сам видел. Это четки моей бабушки 1880 года. Это сохранила мама моя. Она прошла всю войну в Сибирь. Вот сейчас она у меня. Это она мне подарила, чтобы я сохранила его, передала правнуку. Это, считай, ценность, реликвия. Голодные выполняли очень тяжелую работу в Калмыкии. Ну, жили дружно, друг друга поддерживали. Вот там калмыки были очень дружны. Вот в целом калмыки я вот это наблюдал так вот это. Они держались вот так вот прям, мелкие, друг за друга. Там вот мы жили на четвертом отделении, допустим, а эти с первого, второе, третье отделение, они все приходили, где-то что-то, возможность есть, зайдут, поговорят о том, о сём, вспомнят былое, там, вспомнят эту свою родину. И вот этим, мне кажется, они держались только, ведь, в Калмыкии. Не согнулись они. Ничего, встретиться, по-своему поговорят. Вот это их и спасло, их единство, это сплоченность. Делились же они, хоть плохо ли, хорошо, в гости где-то что-то намечает, хотя бы горсть махорки там, или же это. Или же там восьмую часть этого калмыцкого чая, там это, карман. Вот, вот гости ходили в то время вот, друг к другу. Вот это спасло, мне кажется, единение. Ну, конечно же, откровенно говоря, это были бесправные люди. Вот. Они не могли, допустим, пожаловаться на свою вот нищенскую жизнь.
они не могли пожаловаться на отсутствие самых элементарных требований в условиях труда. Вот. Они не могли проявить вот свои какие-то, ну, скажем, способности в работе, в отношении, ну, вообще как членов общества, как нормальные люди. Вот. Ну и, может быть, немножко забегая вперед на несколько лет, надо сказать, что калмыки были ограничены в образовании. Вот. Ну, то есть, допустим, 40, уже не говоря, что в 44-м, 5-м, 6-м годах, и в дальнейшем вот, очень было сложно получить среднее образование, а еще более недоступно, наверное, я нисколько не преувеличу, где-то примерно до начала 50-х годов вот, не могли они поступить в среднетехнические или среднеспециальные высшие учебные заведения. То есть калмыки не могли самореализоваться. Я пошла в 47-м году, в 9 лет пошла. А почему я пошла поздно? Потому что обуви не было. А так хотелось учиться. Купили мне мелкие галоши, и я в этих мелких галошах пошла в школу. Ага, благо, что школа недалеко была, через две улицы. В школе никто не обижал, потому что я была как передовая ученица. И старостой класса была. Вот. И всем помогала. У меня самый лучший предмет, любимый предмет – математика. Я математику только так щелкала. И всем помогала. Значит, в 42-м году детский дом расформировали, к концу 42-го года. И нас вывезли в Конуково. Там создали сборный детский дом и разных детей. И посадили нас на большую баржу, крытую железом, отправили в Казахстан. Мы добирались до Казахстана больше месяца. Но привезли нас все-таки, в конце концов, в Ахтюбинск. Там старших детей определили в ФЗО. А я опять попала в Петропавловский детский дом Ахтюбинской области. Но этот детский дом был уже очень бедный. Нищета была ужасная. Кормили нас. Утром, например, мы бежали в школу, нам давали сухую черную лепешку и стакан воды. Спальные комнаты не отапливались. Мы ходили, дети собирали в степи бурьян, переносили, он как вспыхнет, и все, так и жили в холодных помещениях. А в Ахтюбинской области температура доходила до 50 градусов. Так что условия были очень тяжелые, когда нас вывезли в Казахстан уже. Там я закончила 7 классов и поступила в город Ахтюбинск в медицинское училище. Поступила я в 43-м году, окончила ее в 45-м году. И вошла в число 3% отличников, которых во время войны принимали мединститут. Нас троих ребят вызвали, у всех отличные оценки. Вызывают, меня перевели на очное отделение УЗИ радиотехнического факультета. Я с 58-го года учился с первого курса на радиотехническом факультете Новосибирского электротехнического института. Но что удивительно еще, с нашей школы и с нашего класса кто поступил вот в этот год, как окончил институт и пошел сразу, как говорится, в институт. Вернее, окончил школу и в институт. Сдал экзамены. Один калмык сдал. Это я был, понимаете? Там 27 человек. Конкурс был на одно место. Но у меня 5 экзаменов, 5 пятерок. И принимают меня. Вообще в этом отношении учителя хорошие. Может быть, потому что я сейчас вот за давностью лет думаю, учителя были из числа тех, которые были тоже переселенцами. Вот латыши, эстонцы, вот немцы, ну и русские местные очень хорошо относились. Я вот до сих пор помню, у нас в первом классе моя первая учительница была Елена Николаевна Мельник. И я замечал, как она жалела это. Нас, калмычат, было всего трое в первом классе. Володя Манжиев с нашего села.
Потом позже здесь по приезду в Калмыкию стал даже директором школы в Чельгире работал. Вот. Зоя Багликова, сейчас она в Артизиане, тоже работала учительницей. Мы вместе были. И к нам очень хорошо это учителя это относились. Это жалели нас, мы замечали. И старались, чтобы мы хорошо учились, чтобы нас не ругали. В четвертом классе мне была учительница. Замечательная полячка, молодая тоже. 19-20 лет. Такая веселая, пивуня. Я всегда за ее плечами стояла и смотрела, когда она проверяет тетрадь. И так я увлеклась, и так мне вот села сюда, да, я буду тоже так сидеть, проверять тетрадь. Так и получилось. То отношение у нас было нормальное у всех, потому что в нашем селе проживало около 30 национальностей людей, и они в основном были все сосланы. Это и были румыны, украинцы, белорусы, финны, немцы, цыгане, вот, ну, калмыки, естественно. Вот. И мы как-то друг к другу относились все. Все разговаривали на русском языке, и поэтому отношение было у нас практически у всех одинаковое. Что хочу сказать, уже я, конечно, учась уже в 7-8 классе, осознавая это, я понял, что неплохо относились и к нашим калмыкам, те, которые имели образование. Так, Мухлаев Улемжи Кикевич, участник войны, вот, вернувшись с фронта, работал учителем. Сначала в начальных классах, потом стал преподавать в старших. Ну, в нашей семилетке это старший класс, это 5-й, 6-й, 7-й класс. Он преподавал биологию. И, естественно, он, конечно, стал кумиром нас, детей, калмыцкого населения. В первом классе нас, меня вообще в начале класса учил учитель, мужчина, Мельчаков Андрей Васильевич. И казалось мне, вот, думаю, это для нас, дети, что казалось, учитель это не с мира сего. Казалось, он какой-то вообще должен быть учитель. Ну, тогда же действительно уважали же учителей, это же вообще ж почет. И вот подумал, еще в начальный класс, я думаю, ну, окончу школу, вырасту, буду учителем. И вот он часто, у него 4 детей было, они вот горку делали возле дома зимой, заливали водой, все, мы катались, а потом они нас приглашали домой чай пить. Так мы туда заходили к ним, как сказка, казалось, ну, это же учитель пригласил нас. Ну, такие же простые люди. Меня поначалу, чтобы подкормить, брала русская медсестра Мария Никифоровна, баба Маша. Она специально брала у моих родителей меня домой себе и подкармливала. Меня подкармливала и наша первая моя учительница, Мария Федоровна Скороход. Потом учительница класса руководитель 4 класса, Любовь Дмитриевна. Я их имена все помню. Они ко мне относились исключительно. И поэтому, когда сегодня, под великим праздником, я попадаю в Казанский кафедральный собор, я всегда свечку ставлю в их память, потому что пусть возрадуются их души где-то там, наверху. Память, благодарной памяти от меня. В июле 56 года по радио прозвучала калмыцкая песня. И вот когда объявили, что вот тогда-то вечером будут передавать калмыцкую песню по радио, все калмыки собирались возле радио. А тогда радио, оно не в каждом доме было. На всю деревню, возле школы у столба, вот такие черные тарелки были вот оттуда. Вот там собирались, и люди плакали, потому что по калмыки звучала калмыцкая песня с грампластинки довоенной в исполнении Улан Барбаны Лиджиевой, первой нашей народной артистки калмыки. Люди говорили: «О, мань метнах, инчи мадника, сянзанга урджана». «О, слава Богу, наверное, что-то будет хорошее, наверное, нас вернут». Вот это было первое. Домой захотели. Я отец говорил, а запах полыни снится, мать. И домой захотели, поэтому. А дядька постарше в семье, в роду. И Манжиевы были еще. Тоже у нас нашего рода.
И они говорят, давайте домой поедем. И так поехали. Всем родом уехали. Доехали до границы Ставропольского края Калмыкии. И там стоит скульптура чабана с ярлыгой, может быть, и сейчас стоит, наверное. И автобус остановился, и все вышли из автобуса, и вот пожилые люди упали ниц, растянулись, прямо стали молиться и плакать, и целовать землю. Вот это было очень трогательно. Прямо мы, молодые, плакали тоже, так они радовались. Хотя у нас, может быть, не такая была тяга, потому что мы все-таки в Сибири больше прожили. Но они так радовались, целовали друг друга и целовали землю. Это было очень трогательно. Ну, сперва уехали, большинство уехали. А братья наши вообще не думали ехать сюда. Отец говорит, давайте поедем на родину. Я там помру. Там похороните на родину. Ну, приехали мы в мае месяц. Призимовал он и умер 1 мая на родину. А мать в Сибири осталась. Двое племянники там. Втроем они там в Сибири. И утром меня разбудил мой дед, дед Лиджи. Он меня трепал по плечу и говорил, Катя, вставай. Верблюда посмотри, смотри на верблюда. Я вскочила, протирая глаза, побежала к дороге, и действительно русская девушка, значит, погоняла верблюда, сидя на такой большой широкой телеге. Потом я узнала, что называли неможара. И вот она погоняла хлыстом странного животного. Конечно, для меня было это очень интересно. Я посмотрела, но через некоторое время я огляделась. Я увидела прям солнцем обожженные травы, желтую-желтую степь и маленькие-маленькие глиняные дома, которые прильнули как бы к земле. И наши вещи, которые были сложены на земле. И никакого такого большого дома, который у нас был в Сибири, колодца, той тайги, ничего. И я прямо схватила сходу хворостинку и начала ругаться на деда и говорить, куда ты нас привез? Здесь даже не найдешь, чем погнать теленка. Куда ты нам привез? Куда ты нас привез? Отвези назад, Авка. Ругалась я. Вот этим старалась ударить его, а он отводил мою руку и громко счастливо смеялся и говорил, что Манагазер – наша родина, это наша родина. Во-первых, никто нас тут не ждал на родине. Во-вторых, никакого жилья, ни работы никто нам не готовил. Тем не менее, ни у кого не было уныния, упадка настроения. Все с каким-то большим подъемом, все знали, что все обустроится, понимаете, да? А в первые дни мы жили в тени землянки родственников. Палатку натянули и, так сказать, на улице жили, да? И никто не горевал, никто не стенал. Никто ни на кого не обижался, никто ничего не требовал. Все знали, что так надо, что так мы вернулись домой, но в хорошем таком поднятом настроении. Энтузиазм и трудовой, и патриотический, и моральный дух у всех был очень сильный и крепкий. Они все ж таки как-то были вот единые. Вот ощущение единства, оно было еще и тогда, всех старых, молодых, любых калмыков, оно, это ощущение единства или братания, оно было в первые годы, когда мы вернулись из Сибири. Стали раздавать участки,
заборов не было, мы друг к другу ходили так, наикратчайшим путем. Но вот это вот общее вот это ликование было, да, братами. Оно так вот было ощутимо очень сильно, особенно первый год. А здесь приехал уже на родину. Хочешь работать, иди куда хочешь, и везде есть работа. Хочешь учиться, поезжай в любой город, любой институт или техникум. Не надо разрешения коменданта. Тепло, не надо валенков, как в Сибири. И кругом так много калмыков своих, близких, родных, которых ты столько много не видел в Калмыкии. И радио говорит по-калмыцки, газеты выходят на калмыцком языке. И все это свободно, никто никого не запрещает, никто никого не ругает. Вот эта радость огромная, радость свободного выбора труда, радость свободного выбора формы обучения и специальности. Что может быть радостнее для человека? Вот эта радость, это огромная. Хотя в первое время негде было жить, жили в землянках. Не было тогда ни двух, ни трехкомнатных квартир, были однокомнатные. И если дом строили, то все вот было две комнаты. И жили, спали на полу, и это никого не огорчало и не пугало. Под одним одеялом ребятишки по 3-4 человека. На одной расстеленной это просто не понимаешь. Спали валетом. Никто не говорил, что это плохо. Радость была огромная. Возвращалась в родные места, конечно, с такой неописуемой радостью. Это было целое счастье. Наконец мы возвращаемся. Планы у нас какие были? Планы были, мы знали о том, что нас ожидает, что здесь все разрушено. И для нас планами для нас было приложить все силы и знания на восстановление республики. Но когда мы приехали сюда, это, конечно, мы не ожидали. Это такое было впечатление, что только закончилась война. Было разрушено здание, пробитые пулями здания, грязь, слякоть, пыль, бездорожье, без воды, без ни света, ничего не было. Вот мы с чем столкнулись. В 58-м году, когда я пришла, ничегошки. Вот здесь стоял барак, где роддом стоит. Стоял каменный небольшой домик, это был, считалось, поликлиника. Рядом стоял барак. Такой барак, обыкновенный, с досок сбитый. Это считалось больница. Вот и все. Вот и все, что было. Самая большая беда среди калмыцкого народа тогда была... Был туберкулез. Туберкулез пышным цветом расцвели. Туберкулез, я же сказала, поражает буквально все. Очень запущенные формы. Очень много было горбатых. Горбатых. Позвоночник, поражение горбат. Туберкулез глаза. Кератит, туберкулез, глаза вывернутые, кровавые глаза, вот такие. Вот с такими шишками, вот болзур-то на шее. Вы, молодежь, даже такое-то не видели. Вот на шее вот такие болзур, вот такие шишки, лимфоузлы, ты понимаешь? Хромые, косые, одна нога короче. Да. Поражение костей, легких, глаз. Очень много было больных туберкулезом. Мне показатели есть заболеваемости, болезненности, смертности, открытая форма туберкулеза. По сравнению с российскими у нас были 4-5 раз выше. Эти показатели были выше, чем средние показатели по России. Да? Вот смертность высокая, запущенные формы были. Все органы, нигде такого. Нас курировал Московский институт туберкулеза. Они каждый год приезжали к нам, потому что нигде таких форм не было, как у нас. Я 10 лет в Калмыкии строил
линия электропередач, всех напряжений, подстанции строя, вот все, что электрифицировано на территории Калмыкии, это дело вот моих рук и дело рук тех, кто работал в КМК-64. Вот. 10 лет работал. И мог бы еще работать, но потом, понимаете, бюро горкома вызывают тебя, и вот, иди в городские электрические сети на эксплуатацию. Там 5 лет отдал. Потом бюро обкома партии заседает. Опять вызывают. Вот у нас Арпинская низменность, постановление ЦК КПСС, надо осваивать. Я главный энергетик, ухожу в дирекцию Калмсовхозводстроя при Союз Калмводстроя, такое заведение было. Главный энергетик. То есть я занимался энергетикой все время. Вот. И все, что вот сделано, все вот совхозы, колхозы, фермы, отделения, вплоть до чабанских точек, вот мы за 10 лет вот моей работы, мы полностью электрифицировали всю Калмыкию. Сейчас бы никакой электроники, радио, пятое, ничего бы не было, если нет электричества, сами понимаете. Ничего не было, ни одна котельная не работала бы, ни одна школа, ничего не работала. А вот именно основа, база индустриализации, вот эта электрификация была выполнена вот в том числе и моими руками, понимаете? А я главный инженер КМК, понимаете? Постоянно ездил самые такие, так сказать, тяжелые участки. Своими руками все делали, показывали, как делать, делали и доводили до ума все это дело. И вот эти совхозы, колхозы, ну все. Каждый чабан радовался, плясал, танцевал, варил барана, пару ящиков водки привозил, кормил, поил наших этих электромонтажников. Радовались все, изумительно, когда свет приходит, телевизор можно поставить, холодильник включить. Для них это было просто как манна небесная, понимаете? Вот эту радость переносили мы своими руками, понимаете? Когда Башкирия была, видела там библиотеку института, у меня была цель создать библиотеку, собрать библиотеку, чтобы наука росла, будет библиотека, будет наука, чтобы у нас была наука такая же, как у других регионов. Когда восстанавливалась наша республика, была очень острая нехватка кадров во всех областях знания, во всех областях, сферах жизнедеятельности. И как раз было, считаю, достаточно благодатным для самоутверждения, для развития своих способностей. Поэтому я вот являюсь одной из первых аспиранток в нашей республике, которая решила дальше учиться после получения высшего образования и заняться уже научной деятельностью. Я поступила в аспирантуру по новой для себя специальности социологии. И после завершения аспирантуры я уже почти полвека занимаюсь научной деятельностью. Значит, в Сибири отец и мать работали животноводами, как и многие калмыки. И по приезду в родной совхоз им поручили огромную тару. Тогда калмыкам возвращали, калмыкии возвращали земли, скот. И вот в огромной степи, можно сказать, голой степи, недалеко от фермы номер один, село Сараха, были небольшие глиняные домики. В них жили чабаны. Вот первая точка – это моего отца. Следующая была Батырева Андрея. И следующая за ним точка Барлыкова Есена. Они находились на расстоянии примерно 3-5 километров где-то. Отары были очень большие. Поили отару, помню, с колодца. Вытаскивали воду большой деревянной бадьей. Вытаскивали два вала. Ну, откуда там газ? Ни газа в степи, ни света не было. Пищу варили на улице, зуха называется, печки самодельные.
с ним вместе работали помощниками, сакманщиками Бутаев Денис, Танаев Борис, Танаева Бюря, ну и другие работники всех. Даже не помню, после так я запомнила их. В те времена было очень трудно, потому что работали они без выходных, без отпусков. Мне кажется, даже почти никогда не болели. Но было очень трудно работать. Еще в то время в степи было очень много голодных волков. И я помню, меня это интересовало очень. У отца была двустволка. И охраняли отару. В 1961 году во главе республики стал Басан Владимирович Городовиков. Вот он, можно сказать, приложил просто титанические усилия, чтобы поднять республику из пепла, возродить Калмыкию. И вот он объезжал наши точки, видел, в каких сложнейших условиях работают люди. И после его приезда, я помню, стали приезжать автолавки, привозили товары первой необходимости. И я в то время не помню ни игрушек никаких, ни сладостей никаких, никаких праздников. Ну, так и жили мы. Где жили родители, там жили мы. Вы знаете, мы с мужем считали, что это возврат на родину, эти даже в тяжелых условиях, когда мы без сна могли работать, выполнять, это были самые счастливые годы нашей жизни. У нас была семья, мы растили детей, мы делали то, что мы могли, и отдавали все силы. Это самые счастливые годы нашей жизни. Вот в нашей республике много внимания уделяет дате депортации. 28-го у нас выходной день. Вот, понимаете, это день трагедии или день траура у нас отмечается. Это надо, и пусть эта традиция будет. Но почему у нас не внедряется традиция возвращения калмыков? Почему не сделать праздником хотя бы или дату 9 января, или хотя бы 58-й год, когда провозгласили, вот в этом году у нас, сколько лет будет, как республика, вернули нам республику. Это, по-моему, 29 июля был указ в 58-м году, когда нам статус республики вернули. Почему эту дату не превратить в праздник нашей малой родины, чтобы мы гордились теми людьми, которые восстановили нам нашу республику. Такие руководители были, как Басан Бадмич Городовиков, Сангаев был у нас, Манжиев. Какие были прекрасные люди, какие кадры, какие министры тогда были. Они должны знать, через что прошли их родители, что видели калмыки, сколько горя перенесли, сколько их потеряли по пути, сколько их не довезли. И сейчас вот у меня подрастает внук, ему 11 лет, он закончил 5 классов. И я говорю, вот было такое время, он из истории уже знает, что вот такая ситуация случилась, что вот калмыки, малые народы, не только калмыки, другие малые народы были депортированы в отдаленные районы, что испытали трудность, вот то-то произошло, допустим, какие события. И говорю им обязательно, это для, не для того, чтобы просто как вот факты какие-то, да, а чтобы они впитывали это, да, понимали, что бывают какие-то события в истории, да, то есть уроки истории какие-то, чтобы правильно складывалось у них мировоззрение. Что действительно, изучая, допустим, историю своей семьи, например, рода своего, знать свои корни, да, это очень важно. И есть такая пословица у калмыков, да, это человек, не знающий прошлого, у него нет будущего.
И вот молодое поколение обучается именно на опыте старшего поколения. Они изучают свою родословную, историю своего народа, страны в целом, да. Молодежь должна была, как мы говорим, должны люди знать и чувствовать молодежь современную. Да, они обязаны знать, что одно время калмыки как народ был выселенный из-за всяких недоразберих, как говорят, за сплетен многие. Это был обиженный народ. И поэтому нашей молодежи надо знать, что калмыки были угнетены и разрушены несправедливо, незаслуженно. Потому что в то время, когда выселяли, у нас на фронте половина, можно сказать, населения Калмыкии были фронтовиками, воевали, имели государственные награды за подвиги военные. Нашим молодежи всем это надо знать и помнить. И продолжать эти традиции, изучать свой язык, быть преданным своей малой родине. Надо ценить сегодняшнюю жизнь. Надо вспоминать, отдать дань памяти своим отцам, дедам, которые вынесли эту трагедию и погибли многие, да, и проживать жизнь не только за себя, но и за тех, кто ушел в мир иной, так и не увидев своих родных мест, да? Я считаю, что нужно помнить об этом, почему? Потому что иначе просто история может повториться, да? Поэтому не дай Господь. Поэтому, значит, молодежи надо говорить об этом, чтобы они ценили все это и знали, что мы пока имеем свой язык, помним о своей истории, помним о своей культуре, помним о том, что мы отдельная республика, тогда мы как этнос сохранимся на мировой арене. Вот эта молодежь должна знать свою историю, своих людей, гордиться этими людьми, брать с них пример, ты понимаешь, учиться и любить свой народ, что наш народ надо. Вот у меня в Сибири, когда я выросла, у меня комплекс неполноценности. Это у меня есть. Я это обнаружила в мединституте, когда училась, я выросла с этим комплексом неполноценности. Но наша молодежь уже выросла в своей Калмыкии, в своей республике. У них нет этого понятия, что это такое неполноценность. Да? Поэтому они должны гордиться своим народом. А чувство малой родины не должно никого покидать из наших детей. Сейчас многие разъезжаются, уезжают в разные страны, города. Но мне так хотелось бы, чтобы они не забывали свою Калмыкию, какая бы она у нас горячая, какая она пустынная не была. И чтобы все возвращались. Хотелось бы, чтобы наша молодежь возвращалась, поднимала нашу Калмыкию. Не старики же будут тут возрождать нашу республику, а молодежь, на их плечи должна ложиться забота о нашей малой родине. Поэтому я хотела бы, чтобы наша молодежь любила свою малую родину. Мы из Сибири все вернулись с каким горячим сердцем. Пусть они из Англии, из Америки, из Москвы, из Санкт-Петербурга возвращаются домой. Помогают нам восстановить и создать нашу республику. Спасибо. Возродить. Спасибо. Сбежаться бы и упасть, с головою в цветы зарыться, заревою росою умыться, пропадать бы и не пропасть. Разбежаться бы и взлететь к той манящей звезде высокой, встретить чистый рассвет с ясноокой, песню начатую допеть. Побежать.
паритет, как в цветном детском сне. Все узнать, все успеть, помоги мне. Взрослым стать и уметь мечтать, чистой капли росы растворится, хоть однажды кому-то приснится, и от жизни бы не устать, не скопить и не пожалеть, и как в юности в счастье верить, то единственной жизнь доверить, только с ней к звездам полететь, побежать, полететь, как в цветном детском сне. Все узнать, все успеть, помоги мне. Разбежаться бы и упасть, с головою в цветы зарыться.